нашел очень большое и существенное отличие Нью-Йорка от той же Москвы. В Москве, если ты ищешь какое-нибудь такое необычное здание, ты его, как правило, можешь тупо увидеть. За километр, за два. Здесь я здание, одно из самых примечательных зданий в Нью-Йорке. Уже видя его несколько раз, я сейчас плутаю между улицами, я его просто не могу выглядеть, потому что дома очень высокие, все закрывает. Господи, ну где же ты? Как я мог так далеко от него уйти? Я же его видел. С ума сойти. Я, кстати, так и не понял, когда у них тут зеленый свет, когда красный, потому что он, видите сами, рука. И эта рука навсегда. А, нет, смотри-ка, рука и человек. Ладно, значит, где-то рука, где-то... В общем, по-дурац как-то. Или просто непривычно, я не знаю. Да, ребят. Сказать, что Нью-Йорк многонационален, это ничего не сказать. Столько людей, не увидишь двух одинаковых лиц вообще. Даже приблизительно друг на друга не похожих. Просто. Каждый новый человек – это абсолютно новое лицо. Это, конечно, обескураживает несколько. Но где же? Ой. Гэральд Сквэр.